Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть «Растения против зомби 2» китайская версия. Пацаны, так, нам предлагают тут два сохранения, при том это как бы локально и на сервере. Ну, в общем, тут без разницы, потому что время одно и то же, дата одна и та же. Бывает такое, друзья, но... В принципе, то же самое у нас все. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, братишка. Вот сейчас от тебя просто по максимальной поддержи меня. Надеюсь, ты меня сейчас поддержишь, потому что как никогда нужна поддержка. Сейчас как-то, ну, все вниз, там, всем надоело как-то это все, но... Все равно истинные фанаты как бы остались. Мне очень-очень приятно, серьезно. Братишки, хоть и не так много, но приятно. Так что спасибо. Так что не скупись на лайкос, как бы подпишись, не ленись. Итак, ребята, мы с тобой давно уже в китайскую версию не заходили. Я уже соскучился. И на этот раз я, конечно, музыку поставлю хорошую, нормальную, из оригинальной части. Потому что китайская... Ой, какая ужасная. Так, мы с тобой получили пазл морковки. Так, отлично, отлично, отлично. Мне очень интересно. Плюс также мы сегодня откроем кейсы, посмотрим, что внутри них. Только для начала, конечно. И поиграем еще за зомби. Обязательно поиграем за зомби, ребята. Я же вам обещал. Итак, с самого крутого. Начинаем с самого крутого. Нет, не-не, знаешь, с самого фигового начнем. Мне интересно, что там. Там по-любому, знаешь, не растение, да? Вау, это же, господи, это домик Спанч Боба? Что, блин, что за фигня? Так, ладно, у нас есть, конечно, еще алмазики. Если ты не помнишь, в прошлый раз мы с тобой потратили 20 алмазов, и нам выпало просто офигенное какое-то новое растение. Но я думаю, ладно, не буду делать. Итак, здесь тоже пазл, скорее всего, потому что за бесплатно нам никак... Ну, блин, конечно, нам какой-то... Что это вообще? Истребитель какой-то. Ладно, хорошо, ничего страшного. Мы с тобой, главное, идем по цепочечке потихоньку. Видишь, каждый день надо заходить, по сути. Но мы не каждый заходим, поэтому тут все сохраняется. Просто, братишка, заходи, т-т-т. Итак, нам предлагают какой-то вот эту вот гранатовый. Но, а, я понял, понял. Эти растения, они, по идее, вроде как бесплатные, но... В новом мире, но мы туда пока не суемся, пока старый мир. Мне предлагали, правда, давай, братишка, ты пройдешь как бы новые миры, чтобы было так интересней. Но на самом деле мне хочется и старые попроходить, так что ты не переживай, все попроходим. Итак, итак, братишки, во-первых, давай сюда вот заглянем, посмотрим, что у нас тут, что у нас. Вот, у нас есть вот такой вот ору... Ого, он, смотри, он выдерживает, он как орех получается, так... Да ладно, скоро будут такие зомби, то есть они будут стрелять в растения, и те... Пятое, к сожалению, видишь, нету. Четвертое это ульта, то есть он будет отражать наконец-то, а на третий он просто больше... Хотя, не-не-не, смотри, он отражает на третий. На второй он тоже отражает, и на первый, что ли, отражает? Ну что-то как-то фигово, не убивает, видишь? Вот этот банан, конечно, это прикол. Так, скоро вот это можем открыть. Вот это, я не знаю, что это такое. Почему он не стреляет? Вот, он начал стрелять. Пятое, конечно, нету. Четвертое это ульта, притом... вот что мне написали. Четвертое, вот видишь, да, ульту. Это когда ты просто поставил... Даже без удобрения может случиться такое. Ты поставил растение, и с каким-то шансом там может ульта совершиться. Вот что самое интересное. Морковка. 1 из 10, конечно, жалко. Она... Вау. Катюша. Выходила на берег, Катюша. И смотри, прям начинает ля. Ух ты, начинает. Ладно. Хорошо, мы с тобой просмотрели немного растений, это, в принципе, круто. Так, мы с тобой сейчас идем... Сейчас, погоди, поиграем за зомби. Первее всего мы поиграем с тобой за зомби. Давай. Тут в китайской версии, конечно, прикольно. Все можно вот тут вот все поделать. Да все, хватит. Предлагают нам вообще много чего непонятного просто. Итак, вроде сюда. Да, кстати, безумный Дейв нас что-то посещает. Он, наверное, говорит, типа, ты давно не заходил, братан. У тебя вон накопилось сколько всего. И я так понимаю, за эти деньги-то мы как раз и можем, друзья... Нет, нам говорят, типа, зайди в наш дом. Поди-ка, может, атака была? Смотри, у нас ноль кубков. Чё такое, ребята? Ноль кубков. Загляни в свой дом. Так, я так понял, нам надо оборону, да, построить всё-таки? Чё-то не... Или такое чувство, что всё заново.
Так. Все понял. Так, окей, мы расставляем с тобой это. Мы с тобой сюда, по-моему, даже вообще не заходили. Это я заходил, друзья, на этом, как его... Сейчас, секунду скажу. В общем, на своем телефоне я дошел, ну, зашел, мне было очень интересно. Вот что, а я уже и не помню. Короче, пацаны, смотрите, в чем прикол. Здесь надо расставлять... Это наша база. Здесь мы расставляем наши горохострелы. Сейчас пойдут от типа игроков, но на деле ботов. Типа, вот, смотри. Офигеть, чистый генерал зомбиус какой-то. Итак, он нам говорит, господи, у него глаза один туда, второй сюда. Не, они, по идее, у многих, у Гаргантюа, по-моему, точно один глаз сюда, второй туда. У этого потому что... Ну, хотя у этого тоже похоже, да, друзья? Так, давай, короче, ждем, смотрим. Ну, горохострелы отлично справляются, просто на изи их забирают. Угу. Наша база под контроль. Короче, нормально. Атака... успешно отражена, мы еще вернемся. Да-да, попробуйте вернуться. Ну, в общем, на самом деле мы... Генерал, он будет, типа, за нас. Вот сейчас, смотри, что он скажет. Ну, я не знаю, переведешь ты, не перейдешь. Он говорит, иди сюда, набирай зомби. Короче, зомби-рекруты. Набираем больше всего. Вот эту вот клавишу нажимаем. Так, он говорит, все, пора в атаку. Огонь, батарея. Так, все, вот сюда вот нажимаем. 20 зомби. Итого у нас 20 зомби. Сейчас он говорит нам опять идти домой, но нападать на чужой дом. Сейчас ты увидишь. Притом надо выбрать какого-нибудь, знаешь, ложка. Но, блин, 11. Ну, это боты. Это, естественно, боты, пацаны. Потому что потом будут ужасные. Итак, в принципе, здесь все просто. Здесь все просто. Мы, друзья, сейчас расставляем зомбаков. Вот, раз, два, три. Каждого по два, наверное. Даже, ну, блин, по три хватит. Все отлично. Там по четыре, да? Отлично. Ну, блин, таблица умножения, все дела. 5 на 4, 20. Так, короче. Так. Короче, сейчас можно бафы применять, то есть для каких-то зомби всего лишь, ну, на, по центру. Вот, смотри, они сразу хоп, как сделались. Это, короче, у нас хилочки. Это хилочки, пацаны, давай. Блин, одного убили, к сожалению, пацана. Это, по-моему, чтоб не видели. Давай еще вот сюда вот здесь поставим. И все, у нас, по-моему... Да, у нас все, больше энергии нету. Короче, смотрим. Это мои зомби. Видишь, они идут... А, они на определенное время только становятся, видишь, вот этими крутыми. То есть, блин, почему в оригинале нет такой игры? Ну почему? Почему китайцы добавили, что за зомби можно играть? Не знаю. Ну, потому что в первой части было спокойно, и это всем нравилось. Итак, короче, мы, смотри, за каждое растение получаем энергию. Вот, получили с тобой. Так, нам бы сейчас, конечно, немножечко энергии пригодилось бы, потому что горохострел там, так, две звезды есть. Все, сейчас последние, если съедят, но они по-любому съедят. Все, осталось два зомби. Мы, притом, 10 наших. 12 всего, да, получается? Короче, 8 чуваков полегло. Типа, потерь! Ладно. Три звезды мы с тобой получаем. Тысяча каких-то вот этих нефритовых или что это за фиолетовых монеток. Это, смотри, просто посмотри на это, господи. Я даже скроюсь, пацаны. Погоди. Сейчас, секунду. Что это за Дэйв? Это какой-то... Это неправильный Дэйв. Это какой-то крутой Дэйв. Посмотри на него, офигеть. Что случилось с Дэйвом? Это что за Дэйв вообще? Короче, это Дэйв мега крутой, если мы на него попробуем напасть, а мы попробуем на него напасть. Стой, прежде чем нападать, стой. Он, наверное, говорит, попробуй на меня напасть. Короче, посмотри, сколько здесь всяких различных зомбаков. Притом мы их дешево можем как-то открывать, я не знаю, как новых открывать пока. Так, это время на изготовку, подготовку, то есть, видишь, нам надо, я не знаю, дофигище времени. Здесь что-то там написано. Сколько-то, подожди, 1900 всего монет. То есть, по идее, ну, пусть они изготавливаются. Пусть изготавливаются, видишь, они там... А, смотри, они там обучаются, там дерутся, всякое разное, тренировочный лагерь какой-то. Справа это у нас, я даже не знаю, чуваки, это какое-то повышение, апгрейд дома за 150, то есть мы можем апгрейднуться. В принципе, мы выбираем апгрейд, естественно, здесь у нас апгрейд отсутствует, хотя вроде единичка написана, но у меня нету...
вроде как 60, сколько там, вау, посмотри. То есть мы можем разблокировать также какого-нибудь нового героя. Вот чем прикол. За 500, волшебник, я так понимаю, он вообще мега крутой. У нас вот такие есть. 600, я не знаю, что это доктор какой-то, что это, блин, за чувачок. Какие-то китайские. Мы можем открыть волшебника. Да, я хочу открыть волшебника. Потому что волшебник, он супер крутой. Он супер крутой, друзья. Так, давай. Короче, теперь, это знаешь, это как детская игра. По идее, это, друзья, детская игра от 3 лет. Как бы, мне 24, все дела. Что-то переборщил я, пацаны. Так, а чё? А чё он не покупается? Он что-то говорит, типа, то ли с левелом, то ли еще чего. Но мы с тобой не можем купить его. Не могу. Видишь, не могу, к сожалению. Если, друзья, вы знаете, в чем проблема, напишите обязательно, потому что я не могу, к сожалению, покупать пока что. Здесь также мы можем проапгрейдить эту фигню, эту. В тренировочном лагере у нас, смотри, вот нормально уже зомбачки как бы работают. Красавчики, молодцы. Короче, смысл в том, что это детская игра, и такие вот вы всю жизнь, можно сказать, бились. Да, мы бойцы такие единого фронта за растения, как бы хоп-хоп против зомби. И тут раз, нам предлагают за зомбаков играть. И как бы ты такой, what? Вы что, офигели против безумного Дэйва? Я его обожаю. А тут, типа, нехороший безумный Дэйв. Типа, плохой, видишь, какая рожа, морда какая. Все, нападаю на него. Как ты думаешь, крутой у него дом? Я просто посмотри, офигеть. Так, нам, о, при том еще время 6 минут нам дается. Короче, ребята, нам надо сейчас придумать, куда мы с тобой пойдем. Притом, давай, наверное, тут... Так, давай. Этих чувачков... Так, я думаю, они сейчас справятся здесь. Блин, это круто. Это во второй части мы можем играть за зомби. Это просто сногсшибательно. Здесь то же самое, ребята, делаем. Ой, блин, смотри, там вот, если они убьют зомби, там, получается, удобрение выпадет. Ой, блин, это плохо. Это очень плохо. Так, куда мы с тобой еще дальше пойдем? Тут заморозка, это без вариантов. Это без вариантов, поэтому я думаю, или лучше... Блин, бумеранг, это жесткая тоже штука. На деле. Сейчас, я думаю, надо 3 звезды собрать. Сейчас я подумаю, погоди, посмотрим, что с этими будет. Они, по идее... Ну, они по-любому должны выстоять. Смотри, там трое. Блин, главное, наверное, чтобы зомби не тронули с этим. Все, на изи. На изи мы раскатали здесь. Отлично. У меня, если что, тут 12 еще остается, видишь? Вот буду вот так вот тебе показывать. На всякий случай. Короче, как лучше? Я думаю, почему-то вот сюда вот лучше направить их. Оу, 6 еще. Блин, они коцают, получается, вообще всех. Так, давай, применяем эту фигулину. Вообще лучше вот эту. Да, пусть они с бустом. Пусть идут. Отлично. А, нет, стой, погоди, всего лишь одна. О, в смысле, почему одна звезда? Что за фигня? Воу, чуваки, блин, ну ничего, мы сейчас энергию с тобой получим. Как бы... Воу, нифига себе. Так, давай тогда, блин. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, это, конечно, плохо. Но ничего. Так, давайте, чувачки, потихоньку. Видишь, они все страдают там, блин. И чё? И куда это мне? Ты это просто видел? Это ужас, офигеть! И я при том еще применил эту фигулину. Да вы офигели, что ли? Ну ладно, будем надеяться, что сейчас зомби дойдут, потому что у меня 9 бойцов, это получается, мы каждого потеряем, блин. Вы поняли, да? Надо здесь как-то аккуратно, то есть, видишь, в чем проблема. А там еще у этого 2 зомби, вон что, блин, нет, не подбер... Собака! Жопа, просто жопа. То есть, видишь, как... Ну, в общем, 2 звезды мы с тобой получаем, бойцов теряем. Это плохо, это довольно печально. И смотри, этот засранец. Ай, вы не смогли выстоять. Плохой. Короче, это знаешь, как это... Нормальный безумный Дэйв и безумный Дэйв курильщика. Вот то же самое. И это пипец. И 1 из 6. То есть, по идее, там надо 6 боев с ним провести. Каждый раз видишь что-то такое. 216 кубков. Или что это? А, это чтобы повысить. Короче, на тренировочный лагерь давай идем. Блин, надо как-то их разблокировать. Честно, пока этого ничего не знаю, как делать.
Так, сейчас мы с тобой как-то надо их нанимать. 10, 11. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я же ничего не нажимаю, ребят, стоп. 19. Пусть чем больше, тем лучше. Всего 40 можно, как я понял. То есть вот, ну пусть до конца сделаем, чтобы в следующий раз, если что, мы с тобой, ну, спокойно их хоп и все. Блин, ну это было супер, пацаны, если честно, мне очень понравилось, если тебе тоже понравилось, обязательно ставь лайкосик, поддержи меня, это офигенно, это просто офигенно. Так, ребята, давай теперь, сейчас у нас подзагружается, сейчас, секунду, давай, ну, естественно, к пиратам зайдем, посмотрим, и сейчас, конечно, жесткие они идут. Игра вообще по-другому, смотри, по-другому просто показывает себя, согласись. Биба, бабу. Короче, сейчас будет что-то жесткое. Но мы, в принципе, противников здесь видим. Мы поняли, какие здесь противники. Короче, надо выстоять. Выстоим. Пацаны, в общем, будем мы с тобой играть за зомбаков. Вы напишите только, друзья, как все-таки это лучше с ними сражаться. Короче, смотри. Так, тут начинаем мы с тобой легко. Пока волну эту не пускаем на кнопку, нажимаем, сори, недоступно все тут написано. Так, быстро вот это вот берем. Так, еще. Отлично, все, кукурузина. У нас теперь доступна кукурузина. А, кстати, тут, смотри, растения совсем... Вот я не выбрал даже толком. Ну ладно, давай, берем с тобой. Так, волна следующая уже. Ну, мы можем его притормозить, типа. Стоп, чувачок, подожди чуток. Так, отлично, теперь еще кукурузину ставим. Еще, чем больше, тем лучше. Этой вишни нам вообще, по-моему, не видать, потому что фиг мы ее с тобой получим. Но я серьезно тебе говорю. О, вот эти наши старые добрые друзья. Осторожно. Так, маслицем еще давай. Хопа! Пау. Так, отлично. Еще. Давай аккуратненько. Чем больше, тем лучше. Ничего, не сым. Так, устанавливаем. Притом, смотри, как долго идет он, а? Посмотри только. Давай орешек, конечно, стоит поставить. Че мы с тобой? Давай, ставим. Так, здесь с конусом. Конечно, первым с конусом давай поставим. Так, этого давай пусть остановится он. Хоп, наконец-то мы с тобой эту штуку получаем. Так, масло пока не применяем. То есть я хочу ульту на масло сейчас спустить. Я думаю, хотя, да, можно, в принципе, пустить сейчас. Погоди. Так, бомбу. Ну, бомбу, блин, давай поиспользуем ее. Блин, ее же долго не будет, на самом деле. Я не знаю, когда я ее получу. Она очень крутая, но это вишня. Вот я ее не ценил в оригинале. Не ценил, не любил. А тут, видишь, как приходится прям, я не знаю. Да, вот так вот тебе. Итак, вижу уже нагрет... Да. Приходится вот так вот делать. Так, осторожней, братан, остановись, сейчас здесь поставим, конечно, обязательно, друзья, поставим. Как без этого-то, а? Как без этого? Звуки, конечно, ужасные, знаю, друзья. Надеюсь, музыка спасает, потому что я музыку сейчас другую поставил. Тихо, ребята, блин, все-таки сожрали, а? Ну, все-таки сожрал. Ах ты ж мудель, а? Все-таки схавал. Давай тут три вообще поставим такие кукурузины. По идее, ну капуста, если честно, так себе. Я не особо ее люблю. Так, здесь у нас применяем, конечно, эту штуковину. Потому что, блин, масло офигеть. Сколько. Кукурузину прокачать до третьего, до четвертого уровня. И это будет бомба. Я тебе говорю. Это будет супер-мега-бомба. Нам говорят, типа, ядерный огурчик. Ну купи, братишка. Нет, не будем мы с тобой покупать. Видишь ты, блин, чего они хотят-то, а? Раз, ля, отлично, прекрасно. Все, мы получили аж две этих штуки. Так, применяем. Раз, два. Все, отлично. Сейчас мы с тобой закончим тут аккуратненько. Кстати, орешек можно, смотри, спокойно здесь ставить. А его, по-моему, можно было ставить. Или во второй части, погоди. Там как-то было хитро, что на этом нельзя было ставить этих, по-моему, колючки. Не, колючки, наоборот, можно. Черт, вообще уже все спутал, но это офигенно. Итак, друзья, сейчас у нас вишня опять у нас соберется, немного наберется. Мы с тобой просто бабахнем. Раз, потому что, видишь, их дофигища, их просто дофига. И мы с тобой еще сыграем еще раз этот уровень, только уже на харде. Вот в чем проблема.
Короче, оказывается, я узнал, что здесь есть маленькая проблема. Друзья, сейчас секунду, это мне... Это нормально. Это, короче, мне звонят по долгам, МТС, все дела. Да, друзья, коллекторы донимают чуть-чуть. Типа там на минус 100 рублей уже все, уже надо платить. По-любому плати. Так, давай аккуратненько. Вот она, жизнь. Представляешь, если бы мы в каком-нибудь мире жили, где мы не люди, а какие-то вот эти растения, блин, зомби, я не знаю. Представь всего лишь, что вот этот мир существует. Никаких, блин, долгов, ничего, просто кукурузиной своей стреляй и все. Так, 500 мы с тобой получаем. Опять ТикТок, но это вы должны уже привыкнуть, пацаны, ничего страшного. Хорошо, хоть скример рекламы нету, который, знаешь, там в оригинале играешь, хоп, выскакивает на тебе какой-нибудь там. Это только третий уровень, пацаны. Это мне не особо нравится, но чтобы зомбоса пройти, надо все на три звезды пройти. Я серьезно вам говорю. Нам показывают, типа, открылось новое какое... А, погоди, у нас оно... Вау! Короче, смысл в том, что мы можем апгрейдить это все. Это семейство. То есть тут, видишь, сколько семейств всяких различных. Вот, нам говорят, ну давай апгрейд. Ладно, я апгрейжу. Окей, завершаю, нажимаю. В общем, на 2% что-то у нас крутое стало. Именно, например, там вырабатывается больше солнышка, чуть-чуть больше защиты на 2%. За 100 алмазов мы с тобой можем. Семейство можем посмотреть. Тут вообще какой-то, господи, обезьянка. Блин, они прикольные, но... пока у нас ничего такого не будет. Дальше мы можем проапгрейдить желудь. Офигеть, просто желудочек. А вот этих можем проапгрейдить. Тут тоже такая фигня есть какая-то. Вот, мы можем с тобой на халяву, в принципе, получить. 1.01, что? 6, во, как-то можно по-разному делать, 6%, ну это меня устраивает, и чё? Да, 6%, смотри, мы с тобой спокойно это сделали, но, если честно, очень трудно, я честно пока не понимаю. Так, идем, короче, друзья, дальше, короче, там видишь всякие вот такие вот. Итак, друзья, третий уровень, и сейчас мы с тобой еще сундук получим. Вот что самое интересное. Да, давай, начинаем. В принципе, по-моему, все то же самое будет. То есть не надо тут выбирать. Тут просто надо против вторых уровней. Они куда-куда круче. Вот, по-моему, максимум третий уровень или четвертый даже у зомбаков. Сразу просто применяем, друзья. И, ну, я думаю, ничего страшного, все то же самое. Просто все то же самое, мне кажется. Так, давай посмотрим. Сейчас чувачок, конечно же, пойдет. Мозги! Зомби. Так, и идет всего лишь один зомбачок. То есть ничего вообще не поминалось. Тут аккуратно. Давай сразу ставим вот этого красавчика. Тут можем поставить. То есть, видишь, короче, фармим солнышки. Ждем, когда у нас будет кукурузинка. И все, пацаны. Как бы ничего страшного. Так, дальше идем. Еще кукурузину ставим. Так, отличненько. Тут давай мы этого еще. Смотри, как он долго, просто офигеть. Так, тихо. Ни в коем случае не применяем. Тут вот ставим. Об этом нельзя. Короче, я думаю, теперь кукурузину не ставить. Теперь, ну, как бы одну кукурузину поставим и два качанчика. Я думаю, вот это вот спасет. Офигеть, до сих пор кукуруза бьет. Посмотри, как долго бьет. Офигеть, просто. Посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тут реально жестко. Слишком жестко, я тебе скажу. То есть надо как-то эти орешки... И он притом покусал прилично, прежде чем умереть. Так, давай вот сюда вот поставим пока что ли. Так... Что ли? Так, давай вот так. Отлично, 150, да? Сейчас, погоди, накопим. Главное накопить немного. На орехи эти. О, отлично. Я думаю... Так, давай, на, вот так вот. Прекрасно, чудесно. Так. Все, тут еще один качанчик. Так, применяем эту штуковину. Ляс... Рясь, я хотел рассказать, ляс. Вот это очень плохо, что я это сделал, но ничего. Сейчас он... А, он на другую... Е-е-е-е, отлично. Внизу у нас проблемка маленькая возникает. Видишь, какая нехорошая. Так, вот так вот делаем. Стоп. Отлично. Стоп. Так, еще раз так делаем. Короче, не, это работает. Это работает штука офигенно. Так, стоп, не применяем. Лучше вот это вот сейчас поднакопим. Так, отлично. Оп.
великолепно. Короче, это спасает. Серьезно, вишня очень спасает. Ребята. Так. Все, по идее, мы с тобой расставили. Еще сундук сейчас поставим. Ну, да. А, тут смотри, в чем прикол. Тут даже этих штук-то нету. Ля, офигеть. Ой-ой-ой-ой, это плохо. Это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. Еще как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уровень, конечно, не заканчивается пока. Так, прорываются гады. Хорошо, что я успел. Так, норм. Ой, блин, давайте, задерживайте этого. Еле как просто. Все, придется вот эту штуку применять. К сожалению. Или к счастью. Так, норм. Все, тут эту штуку ставим тоже. Все, сейчас применим хотя бы эту штуку. Так, пока еще, видишь, не конец волны. Все, конец волны пошел. Угу. Все, начинаем применять. Отлично. Маслица, держите просто, засранцы. Все. Великолепненько. Монетки забираем. 45 тысяч у нас есть, но нам надо накопить как минимум 200 тысяч, друзья. То есть, понимаешь, что тут вообще дофига. В смысле, это еще не... Что? Это... Тихо. Это не конец еще волны? Что? Не понял я этого прикола. Ну, ладно. Ладненько, почему она это заморозила? Этого чувачка, не знаю. Короче, ждем. Все, теперь ждем мирно, спокойно. Вот, во, отлично, задержали их. Фу, сейчас ждем еще. Сейчас 150 хотя бы накопим. Быстрее бы это все было. Ой, отлично. Просто вот хава на изи. Ребята, спокойно, раз и все. Теперь последний остается, но мы его тоже с легкостью хлопаем. Раз. Давай, братишка. Так, ну за сколько они его убьют? Хоть, знаешь, секундомер ставь, да? Но заметил, да, что жестко как стало? А это дофига уровней. Нам еще дофигища уровней. Вот в чем проблема. Итак, друзья, давай его заморозим еще, этого засранца. Там, я не знаю, вот так вот поставим. Ну, это в последний уж. Поэтому хоп. У-ля-ля, все. Наконец-то мы его хлопнули, и вишенку раз, так, хопа, взрывную поставили. Все, надеюсь, это последний был. Да, это последний. Все, мы с тобой получаем, ничего не получаем. Опять ТикТок только в рекламу. На, рекламку, на! Не забудь поставить лайк, господи. Договорились? Ставь. А я свою рекламу, да, вставляю, пацаны? Рекламу про лайки. Итак, мы с тобой получаем наконец-то эту фигню. И, пожалуйста, что там? Господи, ну почему вы мне эту какашку-то впихиваете? Вот прям впихивают, вот прям чуть ли не в рот мне это засовывают, этого баба. Но мне написали в китайской версии, братишка, спасибо огромное, я знаю, кто мне в ВК там написал, что это офигенное оружие на деле, друзья. Если у тебя ветродуй, и, ну, это можно багом. Короче, смотри, в чем прикол. Ну, это, наверное, сейчас уже пофиксили. Короче, смысл в том, что если мы его применяем, все зомби взлетают. И если ветродуй ставить... Он их всех... Это мощное оружие, но единственное... Единственное, друзья, кстати, мы с тобой вроде как... Да, мы один слот. Ну, пусть у нас будет разблокирован. Короче, на этом пока что, братишки, все. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. Бай-бай, дорогой брат.